Чтобы учение не прошло никакого с белорусским народом. Почему наш станок отправили туда? Они не подготовлены. Вы посмотрите, какие пацаны, 20-30 год. Им по 20 лет, вот посмотрите, все тут молодые себя. Вы же своего сына, вот ваш сын, где? Вы что, расследуете? Давайте послушаем. Нет, то говорят, ну, это же военные действия. Это специальная операция, и по специальной операции на сегодняшний день никто комментарий не дает, это правильно. Это правильно. Их использовали не военные. Использовали? Наши дети использовали сейчас? Они применяют свои усилия в специальном направлении, под которое и были им задачи поставлять. Они не знают, смотрите, сейчас можно, конечно, кричать, можно всех обвинять, но считаю, что, пока идет войсковая операция, выводов никаких делать нельзя. Нельзя делать выводы, нельзя критиковать. Закончится, а на скорость закончится. Я,